Знаете, почему женщины так стремятся замуж? Потому что иначе они не знают, куда себя девать. Ой, да, да. Слушай, постоянно я просто угораю от ваших прозвищей, честное слово. Ой, я умираю. Дмитро Чекалкін. Популярній народній розважальній програмі. Алло. Анна Сергеевна. Да. Добрый день. Это Николай Адоевский, НРК Development, управляющая компания комплекса Пуща-Озерная. Да. А здесь нам хозяйственный отдел предоставил отчет по всем позициям. Хотел вас ознакомить, да, по поводу компенсации. Компенсации чего? Ну, ущерб, нанесенный вашей свадьбой. Хотя, конечно, свадьбой назвать это трудно. Это был чистой воды дебош, я так понимаю. Я не поняла. У нас сотрудники подсчитали убытки, составили акт о причиненном ущербе. У них полмесяца пришлось подсчитывать, поэтому вам будет как-то... Вы, может, ее путаете, потому что моя свадьба не была полмесяца назад. Ну, вы подождите, когда у вас... У меня тут с числами тут напутали. 1 числа написано, да? Ну да, 1 числа. Ну вот вам будет как удобнее, заниматься восстановительными работами самим или оплатить счет? А можете как бы объяснить, в чем дело? Ну, я только что прилетела в Украину. Ну, у нас претензий более чем достаточно. Ну, просто по поводу чего именно? В ресторане придется делать ремонт, потому что со стен смыли жидкие обои. Вот у меня записано здесь 3,5 квадратных метра. А почему, когда в день, когда мы выезжали, спросили, есть ли какие-то претензии, моменты, что-то побили, не побили, нам сказали, что все хорошо, никаких эксцессов, никаких моментов? Ну, смотрите, была замена как раз у нас руководства, да, Павел Андронович с вами общался. У нас есть подозрение. Нет, он ни с кем не общался. Ну, есть подозрение, что он был материально заинтересован, так сказать, по сокрытию этих злоупотреблений. А больше всего претензий как раз по ресторану. То есть сначала все было хорошо, целовались, танцевали, а потом, когда бросали букеты, да, я так понимаю, но в некоторых местах люди потом проваливались по колено в ламинат, понимаете? Повредили паркет, поцарапали полы. Смотрите, как мой букет мог повредить ламинат, смотрите, пожалуйста. Смотрите, я же докладываю то, что у меня написано в отчете, понимаете? Нет, понимаете, вот в моей свадьбе прошло уже, как вы говорите, больше месяца, да? Ну, так подсчитывали убытки, это же специальная комиссия создается, понимаете, это же не так просто. Нет, по-моему, мне кажется, это полнейшее, что только это не сурается, потому что когда есть претензии, сразу после свадьбы звонится и говорит. Правильно, так вы же сами говорите, вы уехали, понимаете, что ж, какой же смысл? Есть контакты ни одной меня. Ну, смотрите, в результате уникальный фундамент пострадал, начало 21 века, понимаете? Боже, да что вы рассказываете, какой уникальный фундамент 21 века? Анна Сергеевна, я читаю то, что у меня написано. Когда ваши гости организовали свадебный хоровод с частотой вращения, что это за 300 оборотов в минуту? Кто такой может выдержать? Официантам стало плохо, понимаете? Вы смеетесь? Так, вы смеетесь. Смотрите, потом ваши гости, вместо того, чтобы украсть невесту, ваши гости украли японскую туристку и закрыли ее в подсобном помещении. Нет, когда есть претензии, сразу будут звониться и говорить. Под утро ваши гости устроили бег в мешках с картошкой. Ладно, потом был сон в мешках с картошкой и секс в мешках с картошкой. Вам сейчас радио, я могу это услышать. Анечка, нам завтра предстоит проверка вестибулярного аппарата на еще одно мероприятие планетарного масштаба. Напоминаем о приглашении в эфире самого веселого радио. О, боже, спасибо. Поэтому при себе иметь улыбочку на ширине плеч. Хорошо. Просьба не опаздывать. До встречи завтра. Пока, счастливенько.